Вот. They won't do it there. Why? You have to call your pharmacy, and the pharmacy has to call them. I've been down this road before. I called the pharmacy tells me you have to have your doctor, call your doctor and have him submit the, like these fucking people changed everything. So who we have to call? I have no clue, to be honest with you. I really don't have a clue. They won't do it, and I've called the pharmacy in the past who won't do it. So how you pick up last time? The doctor had to... Привет-привет, ребята! Ну что, вчера, когда мы переехали, результат-то я вам не показала, мы просто были мертвые. Сейчас покажу. Вот смотрите, что мы перевезли. Ну, вы видели, да, как мы загружали. Ребят, единственная проблема, тут у нас возникла одна большая проблема по поводу вот об это кресло, вот об этот угол я оступилась, поранила ногу. Ребят, диван, он же у нас формы L, то есть если мы ставим его, как мы хотели, вот здесь вот загораживается проход. В общем, у нас целое дело, куда ставить диван. То есть мы хотели поставить его вот тут, чтобы, соответственно, телевизор был вот здесь. Но тогда вот этот проход загораживается. Короче, мы не знаем, что делать. Я предлагаю поставить вот сюда, чтобы телевизор туда, на ту стену. Ну тогда здесь тоже. В общем, вы знаете, что пока... Пошли наверх. Пока не привезешь... И пока не поставишь, может быть, не сильно будет загораживать. Понимаете, да? Сейчас я вам покажу объем работы, который проделан. Вот это вот подсобная комната. Вот видите, я уже перевезла постельное белье, покрывало. Это я все делала сама. Комната Ханского. Вот телек ему привезли. Вот видите, я уже аккуратненько разложила тут все его шматье. Ботиночки. Надо окно открыть. Ребят, наконец-то в этой квартире нормально открываются окна. Вширь, как у нас в России. Так. Ну вот, привезли большой вот этот медицинский кабинет сюда. Ну и вот моя спальня. Смотрите, гардеробная вся полна. Видите? Вот. Такие вот дела. Так что реалити-шоу «Переезд» продолжается. Сейчас мы едем в Ями Маркет, в русский магазин. Я, конечно же, беру вас с собой. Ну что, не уходите, я опять вся в мыле. Ну, я не буду, наверное, оставлять кондиционер, потому что, в принципе, не так уж и жарко. Чё, деньги платить? So just go to where you work, okay? You'll see me. I'll see you. Okay. Okay. Ребят, короче говоря, вышла я из дома, собиралась ехать в Ями Маркет, только села в машину. Ханский звонит и говорит, ты где? Я говорю, на квартире. Он говорит, у тебя есть jumper cable? Но это провода, когда садится мотор. В общем, у него какая-то херь случилась. Машину не может завести. Вот, и слышите? И хорошо, что клок. Сори. Вот, и он говорит, у тебя есть jumper cable? Ну, вот эти вот, когда аккумулятор заряжать? Я говорю, нет, по-моему. И хорошо, что я рванула, да, это у него случилось. Ну, хотя можно было, наверное, на заправке купить. Я приехала в Canadian Tire. Купила эти провода. Ну, кстати, нужная вещь, наверное, да. Вот сейчас мчу в Dunmills. Будем сейчас его заводить, не знаю, аккумулятор или что. В общем, он уберил, у него это случилось. Ну что, мчим, поехали. Так и живем, не ждем тишины. Так и выручаем друг друга. Спешим, как это, Чип и Дейл спешат на помощь. Поехали.
Ребят, город пустой, в принципе, у нас же long weekend, а вчера в четверг, я записываю это видео в пятницу, вы увидите его в субботу. Вчера же у нас был Canada Day, День Канады, и был выходной. Ну, сегодня в пятницу рабочий день, но многие сегодня взяли тоже. Вы уж меня простите за звук, у меня отлетела клипса, я не могу найти и держать микрофон. Вот, и выходной завтра суббота, то есть получается 3 дня выходных, некоторые взяли 4. Ну вот, посмотрите немножко на вечерние Торонто. Ну что, сейчас Ханского будем искать. Он сказал, что он, где метро, супермаркет, он там где-то, он говорит, ты меня увидишь, я тебя увижу. Вот это наш любимый райончик, его любимый район, ну и наш любимый райончик, Дан Миллс. Тут, ребят, много ресторанчиков, супермаркетов всяких, бутиков. Так, ну вот впереди метро. Порш, моя дорога сейчас. Моя очередь. Где он там? Вась, дай проехать. Чё так перед этими разгоняться? Ну, где Ханский-то? О, Линкольн какой. Ну, где он? А, вон он стоит. В капоте роется, мой золотой. Мой золотой бриллиантовый. Мой золотой бриллиантовый. But it was winding over really slow. How much cost battery? Wouldn't be any more than a couple hundred dollars. Okay, so. I'll have to go tomorrow and go to Canadian Tire, one of the battery places. I can install it myself. Okay, so did you want to try to running? How long are these things? I bought it biggest. Yeah, I know, but your battery thing is over here. Yeah, mine is over you want here. Me? So you're gonna. Let me, are you gonna pull, Han, like this? Yeah, you gotta, I don't know how you're gonna be able to. Okay, I will elbow. Or, hold you the know what you can do? What? Where are your battery? My battery's here. Okay, I'm gonna, But listen to me, just pull your car. On this side, my car. God. Hello, followers. No, you don't have enough room, sweetie. Go around the other side. No, you... Just, sweetie, just pull her right in here. I'm going to close... Going to close the door. Yeah, let's see what happens. You wanna keep running? I can't shut it off or it won't start. Can you hold these? Yeah, sure. Кэтрин Романа. Ладно, едем домой. Очень странный Walmart какой-то здесь. В котором даже платные тележки. Ну, в смысле, депозитировать нужно. Очень странный Walmart. Эрия странная. Такую майку купила в H&M, не знаю. Мне полоска понравилась, знаете, как а-ля 60-е. Сами, нужна она мне. Что, оставить или отдать?
И вот такое платье мне понравилось. Надела, пошел. А, ну, я думаю, что совсем же трест комбинат, зловарч. Оно все-таки большеватое. Что, ставить, поменять на медиум или нет? Какая же я жирная. Ханский видел, говорит, что это за ночная рубашка? Я говорю, это не ночная рубашка, это платье. Он говорит, у тебя что, платьев нет? Он говорит, мне не нравится. Нет, ну это размер, конечно, не мой. Не знаю, мне нравится так ничего. Не знаю, ребят, скажите.